Китайская конференция по развитию индустрии балуфабрикатов из холодноводной рыбы 2023 успешно прошла в Фуюане, расположенном на восточном полюсе Китая. Около 200 компаний отрасли собрались, чтобы поделиться опытом и возможностями развития. На днях китайская конференция по развитию индустрии полуфабрикатов и сахарно-водной рыбы 2023 года успешно прошла в Фуюане, расположенном на восточном полюсе Китая. Кулинарный конкурс на тему приготовления рыбных блюд привлек знаменитых поваров из страны и из-за рубежа. У нас переамур искусственного разведения, но рыба в провинции Хэнлунцзян – дикий капород. Каждая особь достигает веса от 5 до 10 килограмм. Блюдо, которое я приготовила – рыба по-русски аухуа. И было интересно увидеть, как много разных видов блюд готовят китайские повара. Конференция была нацелена на создание 10-миллиардного кластера индустрии полуфабрикатов из рыбы, обитающей в трех регах, и создание города полуфабрикатов из сахарно-водной рыбы. На конференции собрались национальные эксперты отрасли, представители сетевых ресторанов и около 200 предприятий, связанных с данной отраслью, чтобы обсудить направление развития индустрии полуфабрикатов из сахарно-водной рыбы и поделиться опытом и возможностями развития. Здесь ресурсы промышленного семеноводства очень богаты, что предоставляет большие перспективы развития. Мы создаем на рынке бренда высокого уровня, а также доставляем хороводную рыбу в разные регионы Китая. Город Фуюань имеет рыбохозяйственные водоемы площадью более 26 тысяч гектаров. Является не только родным городом китайского осетра и родным городом китайской Гэты, но и городом, где производится 105 видов рыб из 21 семейства. Он предоставляет собой настоящую столицу хороводной рыбы, а также является районом с наиболее полным ассортиментом и самым большим объемом пресноводной рыбы в Китае. Мы стремимся интегрировать рыбные ресурсы региона Дзямусы, начать строительство современного промышленного парка Фуюэ по развитию бестеров для укрепления бренда, стимулирование объема продаж, борцуясь национальной тенденцией роста индустрии полуфабрикатов. Стремимся создать несколько специфических продуктов питания, расширить индустрию хороводных рыбных блюд, укрепить рыбную экономику Фуюэня.